Национальный центр медицины принимает поздравления с 25-летним юбилеем. В числе первых подарки коллективу и пациентам медцентра вручила компания MedFood, которая занимается созданием за счет собственных средств комбинатов питания в медицинских учреждениях во многих городах и регионах России. Тему продолжат мои коллеги. Детские стулья, холодильник, кофеварки и еще множество других подарков от компании MedFood в преддверии знаменательной даты обрадовали не только коллектив медцентра, но и пациентов. Ведь именно для них вот уже полгода работники компании организовывают диетическое стационарное питание. Несмотря на небольшой срок сотрудничества, аутсорсинг компании MedFood доказала свою компетентность и высокий уровень обслуживания. Мы ежедневно кормим около 800-850 пациентов. Мы провели анкетирование наших пациентов по качеству питания, и 85% довольны вот именно качеством лечебного питания. Кормят нас и обслуживают очень хорошо. И нам очень важно послеоперационный период, когда вот кормление, да, пятый стул у меня, например, бессолевой, и надо обязательно следить именно за диетой. Помимо Национального центра медицины, компания MedFood с 2008 года предоставляет свои услуги по производству и реализации готового диетического питания еще в двух лечебных учреждениях. Это Республиканская больница номер 2 и онкологический диспансер. 25-летний юбилей партнера медицинского центра – это еще один повод говорить о дальнейшем плодотворном сотрудничестве. Все обсуждается с руководством, то есть мы готовы все разнообразие, то есть диетические столы, которые мы сейчас уже, они и были у них в медцентре, но более мы раскрыто это все будем в дальнейшем внедрять, и какие-то, может, что обсуждалось и с генеральным директором, что там порционно, что пилотное питание ввести. Спонсорская помощь партнерам является одной из приоритетных задач руководства компании MedFood. Подарки в виде современных оборудований помогают в достижении главной цели компании, которая направлена на кардинальное улучшение организации приготовления пищи и повышение качества и культуры ее потребления. Марьяна Кутукова, Владимир Таюрский, НВК Саха, Якутск.